Вас интересует, как деньги могут прийти в вашу жизнь. Возможно, их недостаточно, или вы хотите, чтобы было их еще больше, или просто вас интересует эта тема, потому что она всех, в конце концов, интересует. Вы знаете, сегодня много популярных, конечно, таких объяснений, что нужно просто как-то цель поставить, визуализировать большое количество денег, такие вот банкноты просто на вас сыпятся, или там золотые монеты, и вы просто купаетесь в этом всем, и вот так вот денег станет больше. Не, не станет. Ну, иногда это сработает, но это не принципиальный момент, потому что просто представление, что денег стало много, вы не взаимодействуете с фундаментальными законами Вселенной. Вы просто свое желание то отправляете. Мы будем с вами разбираться с тем, как деньги приходят в жизнь человека, и будем практиковать это. У нас будет одно уникальное отличие этого практикума, а может быть, многих аналогичных, потому что тема, согласитесь, ну, достаточно популярная. И уникальность будет состоять в том, что мы будем опираться на фундаментальные законы Вселенной. Потому что деньги, дорогие, это не что иное, как энергия Вселенной. Это не бумажки и не металл благородный. Это энергия Вселенной, которая приходит в жизнь человека. А вот почему она приходит? Или, может быть, даже лучше сказать, зачем она приходит и как ее привлечь. Деньги могут и разрушить жизнь человека. Я думаю, вы наблюдали такие случаи или, по крайней мере, теоретически понимаете, что такое возможно. Так вот, для того, чтобы пришли счастливые деньги в вашу жизнь, вот для этого наш с вами практикум. Он посвящен счастливым деньгам, а не каким-то другим.